Вопрос. Я проживал вместе с женой в отдельном от своей семьи доме, так как было много проблем. Я пообещал жене, что не расстанусь с ней. Через некоторое время отец сказал мне, чтобы я вернулся в дом для проживания с женой у него, но жена не желает. Что мне делать? Послушать ли мне отца и расстаться с женой? И буду ли я в этом случае тем, о ком Всевышний Аллах сказал? И будьте верны своим обещаниям, ибо за обещания вас призовут к ответу. Сура ночной перенос Аят 34. Хвала Аллаху! Нет сомнений в том, что благочестие по отношению к родителю является серьезной обязанностью. Но так как ваша жена не желает жить в его доме, то не принуждайте ее к этому. Постарайтесь убедить своего отца, а жена пусть живет в отдельном доме. Звоните, навещайте своего отца, будьте благочестивым по отношению к нему, чтобы заслужить его довольство <говорит> по мере своих возможностей.